В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с праздником, с воскресным днем, днем памяти мучеников, благоверных князей Петра и Феврония Муромских. Мы сейчас молитву прочитали о даровании и семейного благополучия, любви и тем, кто хочет в брак вступить. Ну, давайте обратим внимание также и на евангельское чтение сегодняшнего воскресенья. О нем говорится о наибольшей заповеди в законе, как один из законников, то есть человек, который изучал Священное Писание, хорошо его знал. И он приходит ко Христу, и, как говорит евангелист Матфей, искушая его, и спрашивает: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И вот Христос ему отвечает, что наибольшее – это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей, всем разумением твоим». И сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И вот этот вопрос, конечно, он был искушающим, с одной стороны, потому что среди иудеев тоже в то время были такие, ну, богословские споры, то есть какая заповедь важнее. И кроме уже всем известных 10 заповедей, находили в законе там больше 600 прочих заповедей, одни из них, там 365, насчитывали запрещающих, то есть как бы по заповеди на каждый день года, и там 200 с чем-то, наоборот, разрешающих заповеди. И вот сходили споры, хотя сами законники, они знали, что есть слово, что в Священном Писании, что да не будет умалена ни одна из заповедей, то есть ни к одной из заповедей, чтобы никто не относился как какой-то малый. И вот законник, он мог как раз искусить Христа, поймать его на словах, если бы он какую-то одну заповедь возвысил, то значит он принизил бы прочие заповеди, и вот можно было бы его обвинить. Но вот Христос отвечает так, что, в общем-то, не может ни этот законник, ни другие ищущие, как уловить Христа, как-то возразить, потому что действительно это заповедь о том, что нужно любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всем естеством своим. И сами многие тогда из законоучителей и фарисеев, они как раз на этом сходили, что главная заповедь – это заповедь о едином Боге, то есть что Бог един, ну и, соответственно, вот Христос приводит заповедь из книги Второзакония. Ну и вторая подобная заповедь, по словам Христа, это тоже заповедь из книги Левита о том, что нужно возлюбить ближнего своего, как самого себя. И Христос ставит ее рядом с этой заповедью. Но для нас, конечно, мы понимаем смысл слов самого Христа, что самое первое – это наше стремление к Богу, а все остальные заповеди, они даны нам, ну, как бы в помощь к этому, вот, в помощь к тому, чтобы нам к Богу стать ближе. Но сами слова Христа о том, что возлюбить ближнего как своего себя, это, ну, не столь очевидно. Вот нам на самом деле Бога возлюбить, ну, так, теоретически не очень сложно. То есть мы понимаем, если вот мы внимательны к своей жизни, к жизни окружающей, то увидим, конечно, что есть какие-то силы, которые выше нас, которые по законам, законы, по которым все происходит, то есть не только человеческие наши законы, но есть высшие силы. И, конечно, Бога возлюбить, который всем владеет, всем управляет, мы от него зависим, ну, это даже в какой-то мере было бы естественно, да, то есть к нему стремиться ему угодить, чтобы и себе получить что-то, ну, хорошее в этой жизни. Но вот вторая заповедь, она дана нам как раз для утверждения в первой: возлюбить ближнего своего, как самого себя. Ну, вот наш ближний – это тоже есть образ Божий.
То есть всякий человек создан по образу и подобию Божию. Вот образ Божий сохраняется в каждом человеке. И сам Господь сотворил человека из любви и проявляет любовь ко всякому человеку. И вот наше отношение к людям, оно как раз и показывает наше отношение к Богу. То есть если мы можем возлюбить своего ближнего, причем независимо от того, в каком он состоянии находится. То есть то ли он действительно человек хороший, там, праведный, и нам благодетельствует, и хорошо к нам относится, или наоборот, он и ведет себя не очень хорошо, и к нам плохо относится, или вообще человек, ну, который, как нам кажется, потерявший всякий образ Божий. И вот, эта задача, вот она уже становится для нас часто и трудной, и иногда и непосильной. Но вот дальше слова Христа, как раз то, что Он говорит, нам тоже служит как бы неким ориентиром того, как нам исполнять первые вот эти две заповеди. Потому что в сегодняшнем Евангелии говорится, что когда собрались фарисеи, то сам Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын. Вот, на что они ответили: Давидов. Но Христос отвечает, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь, Господу моему сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Вот, и если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Вот, на что уже никто не мог отвечать Христу, потому что он говорил для иудеев того времени, в общем-то, вещи не очень понятные. Ну, а мы понимаем, что Христос говорит и свидетельствует о своем божестве, о том, что он есть сам Господь, который и принес человеку и избавление, и спасение, и возможность как раз исполнять вот те заповеди, которые он сам, о которых он сам говорит. То есть, потому что без самого Христа, без того, что он дает человеку, мы как раз эти заповеди исполнить и не сможем. Ну, то есть теоретически любить Бога мы как бы можем, но скорее всего это будет любовь такая, больше мечтательная, больше воображаемая. А по-настоящему мы к Богу приблизиться можем только через Иисуса Христа, то есть через стремление к исполнению Его заповедей, Его слов, к стремлению к тому, чтобы также свою жизнь направлять, как проживать, как Он ее прожил. То есть именно живя самим Христом, мы можем исполнять волю Божию. Только когда мы признаем самого Христа за Господа и принимаем все, что Он нам говорил, все, что Он нам заповедовал, и не только принимая, но и как бы нужно нам войти вот в ту духовную жизнь, которую сам Христос вел, то есть соединиться с Ним. Вот не случайно мы не только молимся, мы не только обращаемся к Господу, но и участвуем в таинствах, которые Христос оставил. То есть все таинства, и самое главное, это таинство причащения плоти и крови Христовых. То есть самое центральное таинство, вокруг которого, собственно, построена вся жизнь Церкви. То есть, если мы посмотрим, то все, что в Церкви совершается, и церковные богослужения, то есть круг церковных богослужений, это и весь устав церковный с какими-то, где-то и с ограничениями, постами, с необходимыми молитвами домашними, и прочее. То есть то, что в Церкви установлено, оно все ведет к тому, чтобы мы, насколько это возможно, с пользой причастили святых Христовых тайн, чтобы Христос обитал в нас, и чтобы Христос в нас действовал. Только если в нас будет действовать сам Христос, тогда только человек может исполнить заповедь и любви к Богу, и любви к ближним. Вот мы по своей жизни, наверное, если будем к себе внимательны, то увидим, что а заповедь о любви к ближнему, наша любовь к Богу, она часто и разбивается. Когда ближний нам вредит, когда нам что-то делают не так, в нашей душе все меняется, и уже не остается ни любви к человеку, и на Бога мы часто ропщим, потому что чаще всего через людей
к нам приходят какие-то искушения и трудности, которые нам сложно перенести. Мы начинаем в том числе и на Бога роптать. Но вот нам нужно преодолевать все силою Христа, то есть силою Христовой, то есть через молитву, через усердие к исполнению заповедей, ну и приступая к таинствам, которые Господь нам оставил для того, чтобы нам со Христом соединиться, чтобы нам соединиться, то есть через Христа соединяемся с самим Божеством. Поэтому вот нам нельзя пренебрегать таинствами, нельзя отступать от Церкви, то есть нам вот очень важно следовать за Христом и следовать именно так, как учит нас Святая Церковь. То есть только таким путем, через церковное учение, через церковное установление, мы можем по-настоящему, не как-то теоретически, мечтательно приблизиться к Богу, но именно почувствовать и приобщиться к жизни Божественной в нашей душе, чтобы нам исполнять заповеди, которые Господь заповедал, ну и таким образом войти в Царство Небесное, в жизнь вечную, которую Господь нам уготовил, где уже не будет ни любви, не любви, да, то есть всякой ненависти, злобы, но будет уже любовь Божия царствовать. Но вот нам нужно, чтобы в этой жизни эта любовь, она хоть в какой-то мере в нашем сердце уже проявлялась. Вот к этому мы должны стремиться, и тогда только мы сможем войти и в жизнь вечную, в Царство Небесное. Аминь.